Так, всем привет! У нас утро начинается со стирки Диминой одежды. Сегодня я даже поставила на дополнительное полоскание, чтобы все какашки уж точно отмылись. Вот Димочка у нас там сидит, кушает. Так, здесь у меня вот кефир с семенами чиа. Я про них уже рассказывала, показывала. Вот, на завтрак я ничего не ем. А на обед я пью кефир, а на ужин я ужинаю полноценно. Сейчас стало вот так вот. И вот тут вот у нас... Вот тут вот у нас сухарики делаются. О, будильник мой проснулся. Сухарики делают. Здесь оставшийся, короче, хлеб. Его я отправляю вот так вот на сухарики. И потом у меня муж очень любит сухарики. Такие вот добавлять в суп там куда-нибудь. Вот что-нибудь. Такие всякие он любит. Тут моя бумажка. Вот. То есть вот так мы отправляем. Их обычно ставлю вот сюда вот. И они здесь сами досыхают. Здесь вот тоже всякие сухарики черного хлеба. Здесь обычно я холодильник, когда открываю, здесь очень удобно. Открываешь холодильник, вот, и сразу сюда вот все достаешь. У нас вот так вот. Полно всего, короче, в холодильнике. Гранаты лежат. Молоко, детское питание. Там вообще полно всего. У Димочки была аллергия несколько дней, и мы из детского питания практически ничего не ели. Особенно вот всякие вот эти вот фрукты. Вернее, всякие. Ну да, сейчас. Фрукты вот всякие. Такие вот я ничего не давала, потому что было нельзя. Здесь у нас молочко вот именно. Такие вот всякие ему там бабушки обычно покупают. Кстати, они очень-очень вкусные вот такие вот. Здесь вообще что-то непонятно, что нарисовано. Вот они, особенно после диеты, когда посидишь и вот попробуешь вот такое вот чуть-чуть. И прям вообще обалденно, так хочется намазать сверху. На хлеб с маслом. Вообще прям обалденно. Кефир вот тут мой стоит. Сегодня у меня какой-то другой кефир. Буду его пробовать. Хотела сначала сделать обзор, но я уже открыла его. Вот, короче, так. И тут еще у меня, кстати, стоят сливки. Еще вместе с вами покупала. 35%. Хочу, короче, их взбить. Хочу такую прям пену. Обожаю такую пену очень. Здесь сыр у нас. Тут вот всякие соусы вот такие. У меня муж очень любит такие соусы. Вот, а здесь вот стоит вот этот, кстати, вот соус, тоже его. Это вот мой соус, кстати, обожаю его, кисло-сладкий. Мы с вами, кстати, им курочку намазывали как-то давно. Вот с мясом он вообще прям классный, прям очень люблю. По акции всегда покупаю штук 5, как минимум. Там у нас лимон, лекарства всякие. А, вот здесь у меня вкусняшки лежат. Знаете, вот когда вот они есть, вообще их неохота. Когда их нету, хочу. Вот всегда вот так. Это, кстати, чесночок у нас сушеный с прошлого года лежит. Никак я не могу его съесть. Вот. Здесь салатик там вот. Все такое. Короче, такой обзор. И вот, и когда достаешь отсюда, вот удобно, сразу я сразу все кладу здесь на подоконник. И когда, допустим, закладываю в холодильник, тоже все здесь кладу. Потом так открываю, тык-тык-тык-тык. Очень удобно. А, там у нас, кстати, морковка, но надо доложить. И картошка там, и морковка. Вот, обзор сделала вам. Здесь у нас вот, кстати, висят вот такие. Здесь вот записная книжка. Здесь я, ну уже стала записывать номера такси. А раньше я там записывала, у меня был фильтр, барьер. Я записывала, какого числа я поставила новый фильтр. И записывала, какого числа я должна, то есть там спустя 3 месяца, по-моему. Мы очень редко им пользовались. Дима. Кушай. Вот, мы очень редко им пользовались, и поэтому там, по-моему, 3-4 месяца где-то нам его хватало. Я сразу записывала, когда я должна поменять на новый. Вот, сейчас я там просто номера такси я записываю для своей свекрови, потому что иногда такси надо, чтобы вот они... Либо вот у нас такси-лидер висит. Вот, и вот такая, кстати, штучка очень удобная. Вот тут вот. То есть тут... что там, пожарная, да, полиция, ну, там, скорая, то есть, ну, обычно там скорая больше всего нужна. Сразу подходишь сюда, вспоминаешь, что
на холодильнике висит. Подходишь сразу, раз, звонишь и все. Ну и тут у нас наша это, клиника «Здоровые дети». Какие прививки должны сделать там до скольки лет. Кстати, очень удобно, классно. Здесь вот даже... Ты кушаешь? Ешь. Вот здесь даже врач. Мы с ней проходили, все ли прививки сделаны у моего малыша. И она это проходила, смотрела вот по этой штучке и в карточке проверяла, сверяла. Все ли на месте? На месте все. Сказала, все на месте, все хорошо. Но что-то мне опять не верится. Я уже два раза была у разных врачей. Там наши не было, мы что-то попадали к другой какой-то, вот другая, потом наша проходила. Но у них в карточке что-то написано, некоторые прививки совершенно по-другому. И мне кажется, что меня обманывают как будто. Я хочу, короче, все заново пройти опять, ну не знаю когда. Вот, чтобы то, уж точно были у моего ребенка все прививки, и не получилось потом так, то, что вдруг там в каком-то возрасте окажется, что у ребенка там... нету какой-то прививки, и нужно будет идти куда-то там идти и ее делать. То есть вот так вот. Вот тут у нас в Сочи мы отдыхали. В Сочи. Вот она, гостиница «Жемчужина». Мы в ней отдыхали много раз. Очень, кстати, классно. Вот это вообще прям классно. Здесь вот театр. А вот туда дальше есть еще одна гостиница. Она тоже очень классная. Ну, была классная. Сейчас вроде отзывы там плохие, не очень. Вот «Жемчужина», там даже в этой «Жемчужине» какой-то фильм снимался. Снимался фильм какой-то очень давно, давнишний. Вот, короче, так вот. Ростов-на-Дону. Там мы тоже, по-моему, были. Но раз магнитик есть, значит, у нас, кстати, очень много магнитов. В каждом городе, в котором мы путешествовали, раньше очень много путешествовали до появления малыша. И с каждого города я привозила... Из каждого города я привозила магнитик. Доедай давай. Дима, кушай. Вот, каждого города я привозила магнитик. Вот так вот. Тут у нас мука стоит, кстати, не очень. Для блинов нормально, для хлеба нет. А, тут, кстати, еще это. А, по-моему, я уже показывала. Полба стоит, да. И там что-то за мусор. Хлебушек вот вчера делали. Короче, вот так у нас начинается утро наше. Короче, тут, смотрите, я повытаскивала курагу, чернослив Димочке и себе. Разложила вот Диме получше немножко. Тут, кстати, еще одну. Маленькую вот эту положу. Сейчас я их водичкой залью. Вот здесь у него я буду сок делать. Это гранат. И вот этой вот толкушечкой. Это толкаю, хотела сказать, бью. И там сок выходит. Косточки сама съедаю, а сок Диме. Вот это себе немножко похуже взяла. Сейчас залью их оба контейнера водичкой просто. Обычной комнатной температурки. Здесь у нас в этом чайнике вода всегда стоит. Перед сном я вот эту воду в этом чайнике кипячу. Вот, набираю полный чайник, кипячу ее и оставляю. И потом мы целый день ее пьем. А в том чайнике, если что-то надо срочно, допустим, чай попить, в нем кипячу. Короче, два чайника. А тут остался у нас. Тут чай остался, это гречка. Здесь вот чуть-чуть риса у меня осталось. Не знаю, почему я весь не сыпала. Чуть-чуть, что там? А, гречки чуть-чуть осталось. Варила гречку, забыла добавить. Тут чай. Ну, его брать отсюда удобнее. Вот, тут сухарики у нас. Вот, конфетки, кстати, вот эти очень вкусные. Но их туда положила, хоть брать их перестала, а то прям вообще чуть не подсела на них. Вот там у нас формочки лежат для печенек. Давно, кстати, печенье не делала. Надо сделать. Тут бутылки для молока. Муж иногда покупает молоко в пакетиках. Я переливаю в бутылочки, потом мою их. Мою, просушиваю. Вот здесь вот мед у меня стоит. Вот так вот. Вот, залила. Все, они будут настаиваться, набухать. Ой. Набухать будут, вот. Это попозже. Это я набрала побольше, хотела, чтобы просто в контейнер сложить, чтобы они мне на глазах были. В итоге я все помыла. Короче, они здесь у меня подсыхают, лежат. Вот. Так вот.